Всем доброго вечера, мои мальчики и девочки. Сегодня у меня будет салат с тунцом в собственном соку. Я взяла 2 огурца, 5 яиц и баночку тунца. Вот, ну, вы можете взять 2 баночки тунца. Ну, что-то я пожадничала, так как баночка тунца стоит 100 рублей в собственном соку. Так что я решила ограничиться. Кстати, сейчас вы видите, в катер попал физраствор. Вот, на днях мне свекровь перекинула видео, значит, как доктор Комаровский рассказывает, как же уберечь наших детей и нас с вами от вирусов, которые сейчас гуляют. Вот, он предложил, значит, физраствор купить. Стоит эта баночка 200 мл 35 рублей. Я сегодня купила. Вот, значит, в шприц набираем физраствор. Потом его выливаем куда-нибудь в баночку спреем, который остался у вас после, допустим, там капель, да, каких-нибудь. И каждый раз, каждый, там, допустим, час или два мы капаем, впрыскиваем ребенку, значит, нос или себе. Но это крутая штука в чем? В том, что эти все вот вирусы, которые в носик наш попадают, они просто вымываются вот этим физраствором. Штука эффективная и очень-очень дешевая, ну 35 рублей. Если вы купите Аквамарис, он стоит 250, 280, наверное, где-то. Вот. Но есть, конечно, аналоги, но все равно стоят они, может, аналоги рублей, может, 100, может, с небольшим. Вот. Но лучше купить вот физраствор за 35, и будет вам счастье. А сейчас мы переходим к салату. Баночку тунцом с собственным соку я выливаю, значит, в мисочку. Вот. Нарезаю кубиками огуречек и яички точно так же. Не забудьте размять вилочкой тунец. Тщательно, хорошо. Ну, может, кто-то любит и крупные кусочки. Но я думаю, что вилочкой будет самый такой оптимальный вариант. Вот такой салат у меня получился. Если сока не хватило в тунце, то можете добавить 2 столовые ложки растительного или льняного, или оливкового масла, какого у вас есть под рукой. Оптимально этот салат есть вечером. В нем очень много белка. В 100 граммах тунца 23 грамма белка. Вообще отлично. Плюс еще яйца. Замечательный ужин. Вот. Хочу рассказать немного о Алексее. Вы очень часто спрашиваете, как у него дела, как у него здоровье после того, как он выписался из больницы, реанимации. В общем, у Алексея все хорошо. Он себя чувствует замечательно. Правда, там какой-то небольшой шов у него разошелся. Но он сказал, что это не беда, что с этим он справится. Вот. На данный момент он весит 225 килограмм. Алексей, ты умничка, ты молодец. Я верю, что ты дойдешь до той точки, которую ты желаешь. Вот. Я как поняла, что там очень сильно поддерживает мама и жена, что очень меня радует. Они его и ругают, и хвалят. Это тоже правильно. Потому что ругать тоже иногда нужно. Вот. Значит, люди думают о нем, переживают о нем родственники. Это очень важно. Вот. Ну, конечно, сейчас у него еда не очень приятная, хотя он говорит, что ему все нравится. Сейчас он все ему протирает через блендер. Вот. Ест сухарики. Ну, в общем, все в таком у него виде. Как бы сказать, все. Можно сказать, что не нужно и жевать. Алексей, я тебе желаю. Самое главное на данный момент здоровья. Восстанавливайся, набирайся сил. Потому что я знаю, что скоро ты перевалишь за, как бы у тебя будет скоро 100 с чем-то килограмм. Вот. И желаю, чтобы ты не сорвался от этих цифр, которые скоро настанут. И надеюсь, что ты будешь счастлив. Да я уверена в том, что ты будешь очень счастлив, что ты будешь весить там, допустим, 180 скоро. Я это знаю. Вот. Иди вперед, не срывайся, самое главное. И самое главное, это, конечно, потом удержать вес, что меня это коснулось. Вот.
Сейчас, значит, я буду ходить скоро в спортзал. Вот. Надеюсь, что будут видосики оттуда. И буду показывать, какие упражнения я буду делать. В общем, сегодня вечернее такое видео небольшое для вас. Я очень рада, что вы на моем канале, что у вас становится все больше. Я этому очень рада, что я вас мотивирую. И вы получаете от этого удовольствие. Это самое главное. Удовольствие от того, что вы худеете. И то, что вы набираете здоровья и сил. Вот это вообще самое-самое главное. Думаем только о здоровье. Худеем, чтобы жить. Наш девиз. Вот. Ну все, большое вам спасибо. Огромное. До новых встреч. Скоро выйдет видео про моего тренера Дарину. А вот я буду рассказывать и показывать ее. Пока что только на фотографиях, как она выглядит. И буду развеивать все сообщения, которые говорили о белках. В общем, мы об этом поговорим позже. Ну что, все. Спасибо огромное. До свидания. До новых встреч. Ваша Ксюша Че.